лыжный тренер из Ангарска стал лучшим в своем деле. Почетное звание присвоили Александру Марютину, тренеру с почти 40-летним стажем в рамках всероссийской программы развития лыжного спорта на лыжи. Масштабный спортивный проект реализует компания «N-Group» и «Русал» совместно с Федерацией лыжных гонок России. Приезжают не просто люди, которые как бы случайные, будем так, если грубо сказать, а приезжают люди, которые работают на уровне сборных команд России. То есть у них богатейший опыт, богатейшие навыки. И они говорят, что вот, например, нужно так делать или не так. То есть, ну и много чего там интересных вещей на курсах я обязательно внедряю в свои тренировки. Кроме соревнований для наставников, компания активно поддерживает интерес к лыжам среди молодежи, организует первенства для детей и взрослых. Вся работа проходит в рамках совместного проекта N-Group, «Русала» и Федерации лыжных гонок России на лыжи, инициированной в свое время основателем промышленной компании Олегом Дерипаской. И в рамках проекта ведется благоустройство инфраструктуры лыжной, оснащение инвентарем, техникой для подготовки лыжных трасс. Также ведется большая работа по поддержке юношеских команд и тренеров. Кроме того, N-Group занимается строительством и реконструкцией спортивных объектов. Среди них ЛБК «Ангарский», трасса в Дивногорске и строительство лыжной базы в Тулуне, что помогает повышать уровень подготовки лыжников и укреплять принципы здорового образа жизни среди сибиряков. Елена Шелик, Владимир Селиванов. Местное время.